Корабль был сильно поврежден. Но нам повезло. Мы нашли планету с воздухом, водой и жизнью. На этой планете лишь мы были разумными существами. Она была нашей. Мы изучали флору и фауну. Пока все были одержимы крупной дичью, я сосредоточился на мелкой. И взошел новый порядок. Приматы. Но потом я сделал то, чего мой брат так никогда и не понял. Я украл немного нашей драгоценной Врили и дал двум своим любимчикам, Адаму и Еве.